Какой же прекрасный вид из моего окна! Всем привет, с вами Гриха 317, и сегодня, ребята, так, чего это я тут стою у окна? Сегодня мне надо срочно сходить в шахту, потому что у меня немного начали заканчиваться ресурсы. Так, привет, моя подписчица, так, извини, я ухожу. Точно, я свой костюм шахтера забыл, как я мог? Так, быстренько забираем свою алмазную броню, алмазную кирку. Быстренько броню одеваем на себя. И скорее же бежим в шахту. Честно, я не знаю, в какую шахту пойду. Так, привет, моя подписчица. Наконец-таки на моем сервере хоть кто-то играет. Ну, а, кстати, если ты хочешь поиграть, то заходи, я буду рад. Ну, а если ты хочешь поиграть на моем сервере, то ты должен быть подписан на мой YouTube-канал, а также на мой Дзен-канал. Ссылку на Дзен я оставлю в закрепленном комментарии. Так, все, спускаемся в шахту. Думал пойти в эту. Так, это у нас линия метро. Да, у нас здесь даже метро есть. Так, опа, светящаяся пыль, она мне понадобится. Может, что-нибудь в метро сделаю? Так, блин, я в тоннель, кажется, провалился. Так, перепрыгиваем тут тоннель наш. И, в принципе, давайте уже копаться дальше. Короче, в той шахте я вообще ничего не нашел. Мне кажется, желательно бы найти изумруды. А изумруды, как многие знают, спавнятся у нас в горном биоме. Значит, давайте где-нибудь в горе найдем какую-нибудь пещеру, шахту, там не знаю чего. Так, блин, дерево мне мешается это. Так, сейчас мы его уберем. Так, все. Ну, я пошел искать шахту. Ну вот, где-нибудь вот тут какую-нибудь шахту. Ребят. Что опять? Что это такое? Что это за дверь? Подписчица, это ты поставила? Да, походила не ты. Так, дерево. Так, посмотрим, она открывается. Хотя бы открывайте, откройте. Ой. И... Опа. Открыл. Все, открыл. И что же тут? Какие-то разбросанные сундуки. Вверху какой-то кирпич уже, по ходу дела, старый очень-то. Ай, кто меня бьет? А, это факел. Так, в сундуках ничего. И больше вроде как... А, нет, тут еще есть какой-то люк. Так, давайте спустимся туда. Я даже не знаю, что там. Вот вы можете предположить, что там? Так, открываем люк и тихо-тихо спускаемся. Спускаемся. И... О, привет, Гриха! Житель, а что ты тут делаешь? А, я в своем доме сижу. Подожди, а откуда у тебя этот дом? И почему он под землей и в шахте? Ну, просто я решил себе построить именно такой дом. А, блин, понятно, понятно, житель. Ну, слушай, в принципе, у тебя неплохо тут кровать, у тебя мягкая, вижу тут джакузи. Да, я обожаю же джакузи. Понятно. Тут вон у тебя печки, верстаки. Понятно. Кстати, житель, а почему ты хочешь именно в шахте себе дом? Ну, потому что в деревне как-то мне не хочется жить. Там дома маленькие, а квартиру покупать тоже не хочется. Ну, не знаю, как по мне, лучше жить в квартире. Кстати, а почему у тебя наверху там ничего не сделано? Ну, просто там у меня не хватило ресурсов, чтобы там построить. Понятно, понятно, житель. Понятно. Ну, в принципе, у тебя неплохой такой домик. Но все-таки, конечно, тут много надо было бы, конечно, чего доработать. И, конечно же, сделать там верх, потому что у тебя там серьезно уже кирпичи старые. Ну, я там делала просто даже из чего было. Там я хотела делать склад. А, понятно. О, кстати, житель, а что это такое? А, ну, это мой небольшой склад моих оставшихся изумрудов. О, ну давай-ка посмотрим, сколько там у тебя изумрудов. Да, житель, здесь у тебя, конечно, маловастенько изумрудов. Ну да, поэтому мне не хватило изумрудов на ремонт второго этажа. Понятно, житель. Кстати, а где ты работаешь? Я иногда работаю фермером, ну и иногда рублю деревья. То есть я так, полуфермер, полулесоруб. Понятно, понятно, житель. И сколько ты копила, чтобы сделать весь этот дом? Ну,
Где-то, может, неделю. А, понятно, понятно. Все понятно, житель. Ну, в принципе, да, у тебя тут хорошие такие факела, тут прикольненький домик. В принципе, житель, у тебя даже прикольный домик, довольно-таки проработан, но, конечно, вот второй этаж, если бы ты сделал, то был бы просто шикарный дом. Спасибо, Гриха. Так, ну что ж, в принципе, я весь твой дом осмотрел. Ну, хочу сказать то, что ты огромный молодец, все у тебя здесь очень классно. Я уже, наверное, пойду сейчас там, сколько уже времени. Давай сейчас посмотрим. Так, слэш тайм. Так, сейчас чат 9:04. Ладно, я пойду к себе, а ты уже иди на работу зарабатывать свои изумруды. Так, а я, пожалуй, пойду из твоего дома. Что ж, ребята, вот такой вот дом вот у жителя. В принципе, классненький. Ну что ж, а я с вами прощаюсь. Да, сходил, блин, в шахту.